Йоу-йоу-йоу, чуваки, всем мир, здорово, с вами никому не нужный блог и финальный марафон перед сотым выпуском. Когда полнометражка? Когда напишу сценарий, тогда и полнометражка. Я пока учусь, есть такая штука, программа Kids-сценарист, ну как бы их много на самом деле таких. Но, если кто не знал, сценарии имеют определенную форму, форму документа имеется в виду. Там определенный шрифт используется, определенные отступы от строк. В итоге любой сценарий, там голливудский, болливудский, сериальный, российский, имеет одинаковый внешний вид. Ну, потому что это устаканенный стандарт, потому что сценарий надо читать не только текстово, но и визуально, чтобы просто человек, который много раз работал со сценарием, он его берет и считывает, что это у нас натуральные съемки в экстерьере, такой-то чувак говорит. Ну, это там понятно по паре фраз и по тому, как текст расположен. Вот, есть, соответственно, софтины, и вот одна из них Kids-сценарист, могу оставить ссылку в описании, она бесплатная просто. Да есть еще другие, где ты пишешь текст уже в формате, в форме сценария, получается. То есть там есть кнопочки волшебные, их можно нажимать, и в зависимости от того, что это действие, либо это персонаж, диалог, либо это какой-то интерьер-экстерьер, либо это что-то еще. И он сразу же форматирует тебе текст. Я сейчас читаю сценарии Тарантино, «Бешеные псы», естественно, «Криминальное чтиво», «Pulp Fiction». Просто вот читаю их и пытаюсь понять, как читать этот язык для того, чтобы написать сценарий, потому что это не только литература, но еще и вот такая форма. Конечно, хочется написать самому, чтобы снять самому и все делать самому. Вот тут недавно у Дудя был выпуск с Олегом Масяней, и еще у него был выпуск с Птушкиным, он там даже проводил эту параллель внутри. И вот эти оба чувака, и Антон Птушкин, путешественник, блогер, ютубер, и Олег Масяня, который Масяня, они за self, за полный DIY, self-made production, и я вот тоже из таких чуваков, не могу делегировать ничего, точнее могу, то, в чем не разбираюсь абсолютно, но хочется же разобраться, и вот сценарий одна из тех вещей, хочется снять постанову, но я не хочу покупать сценарий, а хочу написать свой сценарий, чтобы снять и пройти все эти ошибки, наступить на все эти грабли, удариться обо все лицом, поесть говна и после этого понять, что было не так, написать еще один, а потом еще, а потом уже можно работать с чужими. Ну вот такая у меня методика обучения персонального, не знаю, вот совсем так происходит у меня в жизни, начиная с там с гитары, там каких-то там вот этих вот всяких тем из детства, заканчивая вот сейчас. Собственно, никому не нужный блог тоже одна из таких методичек.